От IT целевой направленности, делая ставку на экспорт. Такова стратегия внешнеторговой политики Казахстана, что особенно актуально в преддверии вступления во Всемирную торговую организацию. Об этом было заявлено сегодня на брифинге службы центральных коммуникаций. Экономика нашей страны все еще имеет сырьевой характер. Углеводородные ресурсы составляют порядка 70% общего экспорта страны. Поэтому снижение цены на нефть на 2% привело к общему падению экспортной выручки более чем на миллиард долларов. Стать страной-экспортером готовой продукции можно, лишь улучшив бизнес-климат и расширив рынок потребления, считают эксперты. Как отметили в Министерстве экономики и бюджетного планирования, свою роль в этом процессе уже сыграл Таможенный союз. И количество барьеров, ограничивающих экспорт отечественных товаров, продолжает снижаться. Если сравнивать периоды до Таможенного союза, это 2009 год и итоги 2013 года, то мы наблюдаем рост экспорта на 63%, и что очень важно, мы начинаем экспортировать больше обработанной продукции. Это и трубы из пластмассы, из той же мы начали, увеличили поставки на 66%, и прокат плоский на 95%, транспортные средства, увеличился экспорт кондитерских изделий более чем 8-9 раз.